Всех приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно использовать предметы, которые есть у вас дома, чтобы улучшить осанку или для ваших детей, или для вас самих. Нам будет помогать мальчик Василий. Итак, первый предмет – это палка. Поищите ее дома или в строительном ближайшем магазине. Что с ней делать? Как видите, плечики разводятся, лопатки сводятся. В таком положении можно ходить и заниматься, в принципе, всеми домашними делами. Да, спасибо. Второй предмет, о котором мы поговорим, вспоминайте, я думаю, в детстве каждый из вас слышал об этом способе, это книга. Что делать с книжкой? Итак, вспоминаем. Книжку нужно взять и положить на голову. Да? Тем самым, смотрите, этот способ еще удобен тем, что наши дети, которые сейчас привыкли смотреть вниз в телефон, делать, собственно, этого не смогут. И будут смотреть в телефон правильно, а именно поднимая руки вверх. Попробуйте. Сейчас лето. Вы, в принципе, можете посмотреть, понаблюдать, проконтролировать ребенка, он находится большую часть времени дома. Пробуйте, пишите, что получилось.